Уважаемый Игорь Юрьевич, мы личный состав, мобилизованный из Астраханской области, прибыли в город Владикавказ на полигон Тарская. Просим вас оказать содействие в выдаче нам спальных мешков. Уважаемый Игорь Юрьевич, мы личный состав, мобилизованный из Астраханской области, прибыли в город Владикавказ на полигон Тарская. Просим вас оказать содействие в выдаче нам спальных мешков. Уважаемый Владимир Владимирович, подскажите, пожалуйста, как такое могло произойти? Буквально вчера мне прислали видео, где мобилизованные астраханцы просят помощи у губернатора Астраханской области Бабушкина, чтобы он помог им со спальными мешками. В новостях региональное правительство отчитывается, что вся помощь оказывается за счет Единой России и бизнесменов. А по факту выявляется, что это очередной обман. Получается, что с байкерами кататься и закрывать мотосезон время губернатор есть, а помочь мобилизованным ребятам он не может. Ненужные формы посещать время у Бабушкина есть, а в регионе бардак. На концерты с салютами и певичками эстрадными деньги, значит, есть у Бабушкина, а ребятам помощь собираем по школу. Да, если вы не знали, уважаемый Владимир Владимирович, то в Астраханской области собирают финансовую помощь в школах, вузах, детских садах, больницах и так далее. С каждого школьника собирают по 1000 рублей. В Астраханской области обучается более 100 000 школьников. И это более 100 миллионов рублей. На такие деньги можно было бы каждому мобилизованному выделить самую современную экипировку. А по факту у мобилизованных ребят нет элементарных вещей. У всех напрашивается один вопрос. А где деньги-то? Неужели осели в карманах губернатора и его окружения? Бабушкин, как управленец ни о чем, думали, что хоть в военном деле поможет, но оказалось, что он и в этом направлении такой же ни о чем ушли. Как говорится, руками Бабушкина только гробы делать, может, люди меньше помирать будут. Астраханцы уже устали слушать все эти бабушкины сказки. Надо что-то делать. И вся надежда на вас, уважаемый Владимир Владимирович.